Всем привет, меня зовут Тараненко Михаил, известен как Пибой Брокли. Занимаюсь примерно с 9 года. Представляю город Тольятти и команду Enemy Smile. Начал заниматься еще в школьные годы, увидел видео в интернете и решил попробовать. И затянуло, да. На данный момент я работаю в фармацевтической компании Озон и занимаюсь брейкингом для того, чтобы поддерживать себя в форме, общаться с разными ребятами, новые знакомства, новые места, развитие. Батл в первую очередь для меня — это битва с самим собой. Когда я вижу противника напротив себя, я чувствую, что сейчас начнется жаришка.